Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередного питомца, необычного питомца, который получается методом, путем, не знаю, методом доната. Очень редко его дают недонатным игрокам. Это у нас будет Рудольф, он уже у меня на максималке, 35 уровень, 9 скилл, это максимальный скилл, который доступен. Как видите, атака у него превышает 10 тысяч, плюс еще дополнительно бонусом. Из-за того, что он редкий, мы имеем 40% от атаки героя. То есть фактически атака у него 16 тысяч. Какая особенность данного питомца? Он один из хиллеров, который восстанавливает ваших героев. То есть на 9 скилле у него 4 ближайших союзных героя и восстанавливает их здоровье на 430% от атаки. Кулдаун 4,2 секунды. Также самое основное, он снимает негативные эффекты. То есть если у вас там наложили там типа молчанки и еще прочего, то есть любой негативный эффект он снимает. Это очень большой плюс. Это фактически у вас есть там Валентина, которая снимает молчанку Ареса. У вас есть ворожей, который тоже снимает. Ну и у вас еще есть Рудольф, который тоже будет снимать. Но он есть не у вас, не у всех, а только у тех, кто может много донатить. Питомец реально очень кайфовый. На Новый год, по-моему, там давали нам по одной карте его или что, не помню. Ну, давали его в некоторых акциях. Не знаю, или это правильно делать его чисто за донат или нет, пишите в комментах. Я считаю, это неправильно. Лучше бы сделали там какие-то возможные, там, не знаю, типа соревнования, какая-то локация для фарма с малым шансом, но чтобы можно было его оттуда фармить, потому что реально многие, наверное, 90% игроков просто не смогут его прокачать и получить. Так, смотрим, что он дает. Идем в нашу питомцепедию. В каких бонусах он участвует? Вот первый бонус, бонус очков лабиринта, одна из последних локаций, где нам дают кулаки, также нам дают синие кристаллы для прокачки просветов. Вот на первом уровне 6% бонусом, на 11 12%. 6 9, 16 16, 21 20, у меня он максимальный 24%. Так, чтобы вы понимали, если я раньше со своей силой там фармил 14 этажей для минималки, там 248 или 246 тысяч надо было набить, то сейчас у меня на это уходит 12 этажей. То есть фактически прирост у меня получился плюс 2 этажа. Ну, конечно, у кого как, но реально очень кайфово, потому что надо меньше тратить времени, меньше тратить там расходников, если у вас не получается. Его действительно есть смысл качать, только опять же все упирается в то, что он только за донат. Либо там с каких-то акций будет доступный. Так, ну в принципе с такого все. Побежали, потестируем, посмотрим его, что он себя представляет. Вот мы будем его тестировать на хранителе со стойкостью. Сейчас посмотрим, какой будет отхил. 69 тысяч он ему отхиливает. В принципе, это немного, если сравнить его с тем же самым ангелом, либо там с карасиком. Сейчас мы нацепим ради интереса, ради теста, посмотрим, что у нас получится. Так, смотрим. Вот 69 400, практически 70 тысяч. Вот опять он сработал. Сейчас постараемся где-то найти тотем, если найдем интересную расстановку, посмотреть, каким же образом он снимает. Так, вот медуза сработала, как видите, хранитель не застрял, он прошел дальше. Но есть
Я знаю, из-за чего, возможно, он прошел дальше. Это наш сет психощита. Давайте поставим тут воодушевление. Постараемся еще найти. Так, я его не резнул. Возможно, Ресика где-то найдем. Вот Ресик у нас есть. Если повезет. Вот он бафнул. Так, Ара, кидай молчанку. Вот Ара кинул молчанку, и как видите, сразу же сработал. Ну, там по кулдауну 4 секунды сработал у нас питомец, и он просто снял молчанку Ареса. Вот опять он ее снял. Сейчас мы посмотрим. Я уже не помню, сколько там у нас у Ары. Молчанка секунд, я его уже давно не использовал. 5,5 секунд. Как видели, там пару секунд прошло, и когда, как только кулдаун спал, он сразу же снял молчу. То есть вот вам еще один дополнительный бонус против Ареса в, например, забытую битву. Можно сделать 3 пачки даже. Правда, единственное, там надо будет хотя бы, чтобы ваши герои выжили там 2-3 секунды. Продержали, чтобы кулдаун прошел, потому что он сразу же бафает. И надо ждать там 4 секунды. Но реально можно сделать в одну пачку ворожея, во вторую поставить Валентину, в третью пачку против Ареса, это если у вас там еще начальная левела, это очень будет хорошо, Рудольфа, если он у вас есть, опять же. И он будет реально помогать. Так, где его можно использовать, на каких героях? Ну, я в основном его использую на танках, на героях, которые долго выживают, то есть такие как Хранитель, Рино, там Бигфут и прочее, там это Фрея. То есть герои, которые имеют очень большую выживаемость. В каких локациях? Во всех локациях можно использовать абсолютно. Там даже на Архидемона и на прочих, если у вас отхила не хватает. На арене очень неплохой он. Также он хорошо показывает себя на атаке фортов. То есть я его использую, стараюсь использовать вместе с другими питомцами на отхил на всех PvP локациях. Давайте сейчас, ради интереса, мы увидели, какой у него отхил. Давайте затестим ангела. Ну, ангела тут понятно, тут процентуально больше, но ангел хилит одного героя. А тут сразу 4. Не успели мы увидеть. Фрея нас затащила. Так, давайте подбейте, подбейте чуть-чуть. 134, то ли 135 тысяч. Если так взять там 4 цели, то у него получается больше. Но если так на одном герое тестить, то, конечно, ангел покруче, потому что он дает еще дополнительно деф неплохой и плюс откил. У него получается больше. Теперь давайте сравним его еще с карасем. Так, тут приблизительно 640, но. У нас карасик обычный герой. То есть, как видите, он дает 30% на 4000, здесь меньше. 4500 у нас бонус идет, тоже меньше. Получается, отхил должен быть намного меньше. Ну, процентуальное тут отношение больше, конечно. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот наш карасик. Так, ну. Да что такое? Хорошо так он ускоряет, конечно, но
Так, не увидел, что-то я 40 тысяч, что ли? Плохо, конечно, смотреть на таких. Так, скоро нам еще звезды добавят, которые будут мешать. Ну, тут порезанный урон 29 тысяч. Не вижу. Тут должно быть нормально видно. Шестьдесят девять видел. Да, 69 тысяч восстанавливает. Учитывая то, что там редкий плюс 40% атака 16 тысяч. Тут у нас получается сколько? Тут на 10% меньше. Плюс тут у нас, ну пусть будет 11 тысяч. 5 тысяч разница. И этот питомец, ну правда тут 3 хилит. Ну и ускорение, скорость передвижения на 2 секунды. Там, конечно, получше, но карасик как альтернатива, он бездонатный. Собрать его, в принципе, несложно. Поэтому Рудольф, конечно, офигенный питомец. Тут ничего не скажешь, но он недоступный всем. Поэтому многие хотят его получить, но пока данной возможности для бездонатных игроков нет. Поэтому для многих это просто, знаете, обзор ни о чем. Но вдруг когда-то будет возможность, будете знать, стоит ли его качать. Качать реально его стоит. Очень офигенно помогает. Как доп отхил, вообще просто супер. Ну и плюс снятие вражеских дебафов. Все, в принципе, все. Такой вот обзорчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, кто какого левела уже его собрал именно без доната. Очень интересно, кому как повезло. Все, всем пока.